Ого, ДПС этих неплохо поднялся. Этим топориком можно силовым ударом сшибать? Да ладно. Под дерево немного, походу, меньше выходит. Да нет, так же. Сволочи. Да нифига им пофинту. В принципе, на них пофинту так же, как и им на меня. Ну, хотя нет. Им на меня не пофинту, они меня сожрать хотят. Не волнуйтесь и не надейтесь. Мозгов у того, кто тут играет, нету. В принципе, у персонажа, в смысле. Я не факт, что и тот, кто их сидит, есть. И чё тут у нас дашь? Ладно, оставлю пока. Ну, я говорю, пофинту. Раньше дерево падало, о, можно было повеселиться. А сейчас что-то хренушки. Скоро этот топорик сдохнет. Надо будет идти новый делать. Надо будет траву идти косить. Так, что тут интересненького? О, это хорошо. Хотя вот я, правда, не очень могу поспорить, что это хорошо. Нет, этот камень никак не подойдет. Нам нужна ровная местность. Надо будет задумываться уже завтра о том, где мы будем орду встречать. Потому что если шипы нам такой бонус приносит сумочек, то надо, блин. Нам от этого плясать. По-любому. Ну, тут без вариантов, правда. Эй, зараза, чуть-чуть не хватило. Эх, ты же, блин. Так, бежим на базу. Не, киркой по дереву бить это все равно, что одним местом железобетонную стену ломать. А вот траву пособираем. Слушай, сколько здесь орехов-то? Че ягод-то так мало? Вот. Что, может, ягоды и в снежном биоме есть? Надо посмотреть. Хотя мне аэродроп неплохо принес, в принципе, хавчика.
Я вот думаешь, как нам лучше сделать? Пока я шипы делать не буду, дерево перерабатывать тоже. Мы просто наберем дерево и попробуем все-таки найти. Да, мы попробуем, короче, найти лесопилку. По-любому надо, без вариантов. Где-то еще 80. Че, у меня камней, что ли? А у меня камней нет. Так. Ну, я, кажется, понял, в чем дело, вот только не совсем. Так, сейчас четверочку тогда сделаем сразу, чтобы голову не парить. И почему у меня шарпстонов нет? Да, они все ко мне идут. Ночью здесь будет жестко. Торда. Ничего хорошего. Да, как я и говорил. В общем-то, шипы как раз-таки и есть необходимое нам. Хотя, смотри, здесь пока мало падает. Странно как-то это все. Всего одну сумочку, да, принес? Не, две. Не, слушай, шанс повышается именно от шипов. Как ни крути, это уже и вы увидели, это и я уже увидел. Это очень любопытно. Реально от шипов повышается шанс. Ну чё, прикольно. Очень любопытно. Так, мне палочки нужны. Фиберкрейдж. Как раз 4 палочки выйдет. Пока немножко тут разложимся. Это вот с собой надо забрать. Да, вот бонус добычи. А вот он как сработает-то? Вопрос можно? Я просто не знаю, как бы. Так, 39. Вот именно как он будет работать, это вопрос, конечно, еще тот. Так, хорошо. О, уже 192-й. Так сказать, у них персижинг. Это хорошо. Так, но нам нужно еще кое-что. Нам нужно дерево откладывать. Здесь, если не считать всего прочего, просто придется делать шипы, потому что они у меня закончились. 22 шипа это мало, ну ладно. Там говорится, паршивые овцы хоть шерсти клок. Ой, мне витаминку надо съесть. Ну, сейчас как раз хп себе сделаем побольше. Это хорошо, конечно, я, правда, не понимаю, почему от смерти у меня не теряется оно. Кстати, раз такие пироги, пошли еще траву собирать.
Бревна по 500, может стак увеличить. Хотя ладно, не буду, хрен с ним. Дядь, ты чё раскис-то так, ёлы-палы? А вон попей водички тогда. Раскис просто жесть. Так, маловато. Хоть вокруг того места, где мы будем строить базу, я еще и пособираю вдобавок травы, но сейчас-то нет. Только хотел сказать «улыбнись, красавица», это бы не очень корректно прозвучало. Так, вот стан батон, где мне ёпта, блин, ее достать? А, блин, зараза, солнышко в глазочек светит. Так, ну мне, блин, шипов 500 надо будет делать. Так, у нас сегодня, по идее, должен быть третий день. Четвертый. У нас скоро орда будет, блин. А так как лут выпадает с шипов, надо готовиться. Этот немного как-то первую орду пропустить как-нибудь. Пропустишь здесь. Почему я не могу ее так убить? Обидно. Ох, я ворошиловский стрелок. Просто не знаю, всем стрелкам стрелок. На один день все равно придется нам потратить на пробежку. Может, найдем лесопилку. Это будет наша, в принципе, победа. Хотя, боюсь, на первый день мы это найти не сможем.
Будет жалко. Я хоть уровень-то поднял. Звук же был. Ага, поднял. Хрена я не поднял, у меня после смерти весь опыт в ноль ушел. Ха. Весело. И вообще на каком уровне-то хоть? Поиск добычи 1. Ну, это я уже понял. Только уровень у меня где вообще-то показан? Уровень, ты где? Погоди-ка. Нет. Нет. Как я раньше уровень просматривал тоже. Эво. Охренеть! Третий этап игры. Первый уровень. У-у-у. А далеко пойдем, товарищи. Очень далеко пойдем. Нафиг он мне нужен. И это тоже. Она уже хавать захотела, да? Молодец. Захотел. Что-то привычка после женского персонажа говорить от... как о ней. Надо профиль будет поменять, чтобы не было так удобно ошибаться. Хотя у меня персонаж выглядит... Ладно, пусть будет захотела. Кстати, мы можем орешков сделать. Можем? И сделаем, давай, перекусим заодно. Можем яйцами перекусить. А там наберется пятюня и съедим. В принципе, 5 на 8 это 40. Как раз самое то, что нужно. Готово. Все, все, мики все ушли. Оленяш, привет. Шайся его топориком раздербаню. Вот что я хоть получу. Хрен я тут что получу. Хрен мне не кожа. Хрен мне по всей роже, да? А, первый пошел.
Или это зомби преследует меня 200 метров? Я что-то понять не могу, как это сейчас работает все. Сейчас перекусим. Ты бедный, голодный или голодное? Хотя сказать правильно будет голодное. Чудовище. Я не успею. Блин, я так хотел попробовать. Так. Хорош там за мной бегать. Ну, блин. Я думаю, будет получше. Получше будет, если сейчас сдохну, да? Ты совсем курень охренел, вот этот зомби. Ее, полная блошь. Там еще что ли какая-то орда прется? Кричалки не хватает, и вообще будет весело. Нет, деревья бывают убивают. Редко-редко. Было прикольно, если так все дерево бы упало и так всех хлобысь захреначило. Вот это было бы просто крайне весело. Но, к сожалению, все не так. Я тут сумочку, кажется, вижу. Не, глюки. Галлюцинации бывают. Не то. Ладно, сегодня дерево нарубим. Но реально нам надо будет бегать искать лесопилку, потому что иначе будет жопа. Кстати, у торговцев может быть это пила хренотень. А я вот ни разу не видел, если честно. К торговцам пробраться, мягко сказать, проблемка. Так что да, завтра с утра горцуем, будем пробовать искать. Все, стамина в минус, все на минусе. Неудивительно, у нас такой перегруз дикий. Ну, там мы неплохо дерево насобирали. Но надо больше. Если найдем лесопилку, это нам поможет просто тупо идеализироваться.
Надо будет еще прикинуть, сколько мы готовы чем пожертвовать. Так. Ну, пока здесь тихо, пособираем травушку-муравушку, чтобы ее... Отлично, второй топорик сейчас изведем, может и третий сможем. А, так я тут около базы уже. Понятно, что здесь так тихо. Не, мне куда-нибудь подали. Будем как саранча. Пришел, все деревья посхреначил, всю траву покосил. Такой, о! Что-то полезное сделал вроде как, да? Смотри-ка. То есть они 200 метров, это за мной следует, что получается? Так, ну их надо будет всех убить. Иначе они мне сейчас ночью там приколов доставят так столько, что я забуду, как меня зовут. Давай на дорогу. Проблемка. Это вот бешенство зомби, когда добавили, очень не в тему. Кстати, лук сейчас сломается. Вот это будет весело. Ну, а вот теперь мне будет весело.